знакома поверхностно, мы не были близкими друзьями. Но он был честным парнем, открытым, и мне радостно, что я его соотечественница. Насчет поддержки, митингов или маршев, да, мы должны поддерживать друг друга, но больше не цветами, не плакатами. Для меня цветной процесс закончился. Я хочу автомат, гранату, палку и вперед, не боясь умирать. Спасибо. Вот один человек сказал. Есть еще?